Квота для льготников не менее 10% бюджетных мест в предстоящем учебном году. Одно из нововведений. Однако, как отметил ректор ОГУ Владимир Ковалевский, в возглавляемом им университете для льготной категории абитуриентов мест всегда хватало. Так что в одном из крупнейших вузов региона порядок приема значительно не изменится. Бояться нечего. Да. Абитуриенты, они сдают те вступительные испытания, которые они планировали. Выбирают вуз, точно так же 5 вузов, не более 5 вузов, не более 3 специальностей. Приятная новость – повышение стипендии. Правда, не всем. Абитуриентов, поступающих к нам в вуз, имеющих 225 баллов и выше, то есть по 75 баллов по вступительным испытаниям математика, физика, русский язык, на соответствующие направления подготовки и специальности будет установлена повышенная стипендия. Платить повышенную стипендию, а это более 5000 рублей, будут снова 2014 учебного года. По мнению ректора ОГУ, подобная мера должна привлечь студентов инженерных специальностей, которые в последнее время все чаще выбирают вузы других регионов.